Свобода средств массовой информации или четвертой ветви власти подвергается постоянным нападкам правительства, иногда при участии частного бизнеса. К такому выводу пришли авторы глобального отчета Freedom House. Во многих странах, которые ранее не вызывали обеспокоенности у правозащитников, все больше тенденциозности в подаче информации. И хоть журналистов не отправляют за решетку, как в авторитарных странах, СМИ ощущают юридическое и финансовое давление. Власти оказывают поддержку лояльным медиа в виде государственных контрактов, выгодных правовых регуляций и избирательного доступа к закрытой информации. Такие меры переключают фокус изданий со служения общественности на служение властям, отмечают эксперты. То, что мы видим и в других своих отчетах, когда мы видим постоянное падение индекса демократии, в принципе, параллельно с этим наблюдаем и снижение индекса по независимым СМИ, мы видим это как взаимосвязанные тенденции, потому что без независимых СМИ, конечно, иметь демократическое общество и стабильную демократию очень тяжело. Специалисты отметили и давление, оказываемое на определенные СМИ в США, и исходит оно из Белого дома. Хоть права журналистов закреплены первой поправкой Конституции США, правозащитники не одобряют публичное заявление главы государства. Дональд Трамп продолжает подогревать недоверие к основным новостным компаниям, которые склонны критиковать действующую администрацию. Президент пытался лишить аккредитации журналистов в Белом доме, угрожал ужесточением законов о клевете. Лидеры-популисты покушаются на независимость медиасектора и в ряде европейских стран. Эта тенденция проявилась в частности в Венгрии и Сербии. Правительства Виктора Орбана и Александра Вучича, по наблюдениям правозащитников, чинят препоны критической журналистике и помогают передавать основные СМИ в руки владельцев, лояльных властям. По подсчетам специалистов, 80% медиарынка в Венгрии контролируется сторонниками Виктора Орбана. За последние 5 лет Freedom House отмечает снижение показателей свободы прессы в 16 странах. Такие страны, как Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, получили самую низкую оценку – 0 баллов. В этих государствах профессия журналиста сопряжена с угрозой свободе, а иногда и жизни. Как раз в этом году исполняется 10-летие с того момента, когда была убита Наталья Эстемирова. И это показатель, что быть журналистом в странах режима и в России – действительно очень опасная работа. К сожалению, власти не соблюдают международных стандартов. К сожалению, расследовать таких убийств они тоже не очень-то намерены. Правозащитники отмечают, с развитием интернета появилась надежда на свободное распространение информации. Однако власти некоторых постсоветских стран пытаются брать под контроль даже социальные сети. Так, Роскомнадзор решил заблокировать Telegram и потребовал ключи шифрования у Яндекс. Нельзя не упомянуть и закон о суверенном интернете. Еще одна печальная тенденция, которую отметили во Freedom House, это снижение уровня доверия к СМИ из-за субъективности в подаче новостей. По оценкам экспертов, лишь 1/4 россиян доверяют журналистам. Настасья Евмен, Дана Преображенская, «Настоящее время Америка», Вашингтон.